Приветствую вас. У вас 34 года появилось ощущение, что время летит очень быстро. Вот у вас появилось такое вот чувство, что года летят очень быстро, вот, и вы, значит, ну, чувствуете, как бы вот, что не очень вообще как-то вот все вы успеваете, да? Да? Вот. Ну, по крайней мере, вот так это выглядит. Таким образом это выглядит. Вот. Значит, что происходит? И, почему так происходит? То есть, на мой взгляд, это связано с тем, что вы живете не совсем, я бы сказал, своей жизнью. То есть, на мой взгляд, вы себя обманываете, на мой взгляд, вы себя игнорируете, на мой взгляд, вы, ну, условно говоря, пропускаете свои чувства, вот, и, соответственно, ваша жизнь вам не очень нравится. То есть вот то, что вы описываете, по большому счету, вот ваше описание, это, на мой взгляд, больше именно про то, что вы не осознаете, как вы живете. Вот. Не осознаете, не замечаете, вот, тех вещей, которые с вами происходят. Вот, может быть, не осознаете и не замечаете моментов, которые ну, в вашей жизни вот происходят, а именно по той причине, например, что привыкли себя игнорировать, вот, привыкли делать
то, что нужно, но мне привыкли делать то, что хочется. Вот. Так, человек чувствует, что время очень быстро летит, не получает впечатление. Вот. К сожалению. Вот. Ну, просто вот не получает человек эмоций, не получает человек ну, каких-то вот переживаний, вот, которые хотел бы, которые его как-то вот трогали бы, скажем так. Вот. Но, как правило, работает это примерно таким образом. Вот. Поэтому здесь, если вы хотите, значит, со своей жизнью вот что-то делать, если вы хотите свою жизнь менять, то имеет смысл работать над вот этими вещами, над вот этими моментами, вот, отслеживая в себе свои переживания, да, свои чувства, вот, свои эмоции, и дальше уже решая, что с этим делать. Следующий важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это ваш рост, как вы сами его называете. Вот. Ну, то есть вот слезы, которые вы, как вы говорите, вот слезы ваши, да? Вот. И, соответственно, ага, так, скорее всего, проявляется ваша любовь к себе. Вот. Ну, то есть, вот, в смысле, что напрямую вам любить себя тяжело, вы напрямую себя любить не можете. Вот. Ну а как бы вот таким образом через слезы вас это
Получается. Вот, ну, конечно, тоже весьма не лучшим, наверное, образом, потому что вам этого недостаточно, вероятно. Вот. Ну, в смысле, вам этого мало. Ну, вот. Очевидно. Вот как-то, наверное, так я бы вам ответил бы на ваш вопрос, который вы задаете. Значит, вам нужно, на мой взгляд, спросить себя о том, чего вы сейчас хотите, что вам сейчас нужно, вот, то есть, как бы, ну, чего вы хотите, вот, в частности, да, от психологов, вот, и выбирайте себе психолога, да, и начинайте начинайте работать. Вот. Вот то, что я могу вам сказать сейчас. Вот на этом, пожалуй, все. Вот. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!